Это линейка, ребята. Чтобы вы понимали, 2 метра. 2 гребаных метра. Вот таких линеек двухметровых мы еще ни разу не встречали. Вот полторушка была самая длинная, 2, но она толстая достаточно. Она самая толстая среди всех аналогов. Аналогов нет. В смысле, среди более коротких. Нержавейка. А, двухсторонняя, плюс ко всему еще. Вот я не знаю, для чего нужна двухметровая линейка и как ей правильно пользоваться. Просто когда ты так, на двух метрах ты должен, по идее, как-то зафиксить, чтобы держать ее, да? То есть она должна быть какие-то фиксаторы. Ребят, в каких случаях двухметровая линейка нужна? Можете подсказать.